Прошу прощения за качество видео. Вот ночью, уже темно, навеяло. Вспомнил, что я не рассказал анекдот, который я привез с Донецка. Украинский. Значит, украинское село приходит с охоты Петро. Ну, заходит и держит в руках за уши зайца живого, короче, вот его глаза в кучу. И он такой: «Марьянка, ну-ка, давай-ка мне кроля, короче, на газу. Сготовь на газу мне кроля». Марьяна говорит: «Петро, ну ты что несешь, а? Який газ? Ну, Россия нам давно вентиль перекрыла, мы же не платим за газ, а бесплатно они нам его не дают». Ну, клятые москаляки, а? Знаешь что, давай на угле, кроля на углях. Она: «Петро, який уголь, а? Ти що забув? Ми ж розбомбили всі путя, короче, з Донецька. Як вони нам уголь привезуть? Уклятий Донецький, а? Знаєш що? А давай на дровах. На дровах так мені краля, короче. Рагу. Рагу». Она: «Петро, ну ти ж з Миколою останнє паління пропув. На горілку зміняли у бабки повітухи. Клятые, не знаю хто, но клятые». Короче, подходит к окну, открывает окно, берет зайца за уши. Ну, он как держал, так и держал, в принципе. С размаху размахивается. Как швырнул его, короче, пошел вон, короче. Тот кубарем-кубарем-кубарем в пылище весь, грязнющий. Подскакивает такой, отряхнулся. «Слава Украине!» Прошу прощения за мой украинский.